Схема разборки и сборки стола. Демонтируем крышку с подлокотником. Далее снимаем верхний подголовник. Аналогичная процедура проделывается на следующей стороне. Откручиваем сиденье. Все процедуры проделываются зеркально с левой и с правой стороны. Далее снимаем подножки. Также крепление в двух сторонах. Там все вместе что-то не стоит. Да. Сейчас какие-нибудь там 76. Там цифры есть. А ну иди сюда, гандон, налей. Это потом запикивать что-то будет. Запикивать, да? Да вот эти, может, не надо было, Саша. Да вот эти не надо. Да пусть снимают. Да, уже все, уже видео без звука пойдет. Все, стол разобран. Еще.
Андрей, вот из-за твоей фразы мне теперь нужно будет все запикивать и видос сидит еще часа два кулыкать. Почему именно из-за моей? Ну потому что. А я матом сказал? Ну так, самую малость.